Ребятки, привет. Приехала, точнее не приехала, отправлял я наложкой новой почтой. Мне интересно, сколько денег они мне присылают. Вот, интересно, насколько точно, короче, они отдают деньги с наложенных платежов. В общем, тут есть такая брошюрка. 78 гривен тут должно быть, сумма маленькая, но все-таки тоже интересно. То есть, если вы видите, посылочка, в общем, запакована. Так, что, открываем? Пакетик пустой. Так, 75, 6, 7, 8. Отлично, новая почта справилась со своим заданием. Значит, новая почта заслуживает уважения. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, заказывайте любые видео. Пока!